Мы продолжаем следить за судьбой пропавшего самолета А-320. В Минавиации Египта полагают, что рейс Париж-Каир рухнул в море. По официальным данным Egyptair, экипаж лайнера не сообщал о неполадках во время полета. На борту аэробуса находились 66 человек, среди них трое маленьких детей. В основном это граждане Египта, а также Франции, Бельгии, Великобритании, Португалии, Кувейта, Канады, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Чада и Судана. Поисково-спасательные бригады уже отправлены на место предполагаемого крушения. В каирском аэропорту создан антикризисный штаб. Там находятся родственники пассажиров. Напомню, лайнер рейсом Париж-Каир пропал с радаров сразу после того, как он вошел в воздушное пространство Египта.